Отечественный шоу-бизнес не стоит на месте. Накануне состоялась презентация музыкального видеоклипа отечественной исполнительницы Лорен. Кто и как пришел поздравить певицу, узнаем прямо сейчас. Певица Лорен только начинает свой творческий путь, и накануне состоялась успешная презентация дебютного видеоклипа артистки на песню «Манипулятор». Поздравить с премьерой пришли коллеги по шоу-бизнесу и близкие друзья. Эта презентация для меня первая, потому что я начинающий артист в сфере казахстанского шоу-бизнеса. Чего я жду? Я хочу, чтобы публика, люди познакомились с моим творчеством, узнали обо мне что-то. Я думаю, что в песне каждого артиста есть своя история, свои мысли, своя жизнь. Эта презентация сегодня, видимо, это и покажет, что у нас есть таланты, которые развиваются успешно. Мне очень приятно, потому что собрались модные, интересные люди. И девочка очень доброжелательна. Очень красиво, хороша собой. Я думаю, так же, как она внешне презентабельна, так она и талантлива. Съемки видеоролика проходили в Киеве около 12 часов, но, как отмечает сама Лорен, это была самая трудная, изматывающая, но по итогу приятная работа. Специальным гостем вечера была украинская певица Маша Гоя, которая приехала поддержать подругу. Мне бы хотелось, чтобы она состоялась как личность, состоялась как женщина, которая хочет петь, хочет творить и хочет сделать неимоверные вещи, стать на ноги правильно, именно по-женски, да, осуществить свою, наверное, давнюю мечту. Что стать артисткой с большой буквы. Наверное, как для любого человека, который связан с творчеством, неважно, поешь ты песни, снимаешь ты видео, читаешь ты стихотворение, или снимаешь ты в кино, в общем, любой вид деятельности требует вдохновения. Мне кажется, пожелать не только Лорен, но и Абдул-Кариму, и самому себе пожелаю, всем нам, творческим людям. Главное вдохновение. Это то, что нас терзает постоянно. Души поцелуй. Лорен порадовала гостей живым выступлением и зажигательными танцами. Звездные друзья тоже не остались в стороне и тоже исполнили парочку песен. Искренняя поддержка – это самое сокровенное и ценное. Только в общении и дружбе человек раскрывает себя полностью. Жизнь для людей – вот как это называется. Все знаменитые и выдающиеся личности вряд ли достигли бы вершин успеха, не будь они открыты миру. Им всегда есть что сказать, как и молодой певице Лорен, которой мы желаем только удачи и неземного успеха. Это парус, его смогли потерять, и я пыталась хотя бы миг отыскать, и я пытался. Екатерина Евдокимова, Тимирбек Нугманов, Headliner.